appreciate quite a lot of things. It's a good information. The Red Cross was listed for technology and operation in the solution in Skolka was required. Ну, значит, показания определяют специалисты, узкие специалисты, но даже скорее на больнице. То есть дальше тут наши только не скачаются, правильные документы. Ну, вообще, ну, в принципе, как бы сколько надо, все у нас это будет. Потому что 8 человек, это просто процентное соотношение, как определить, 8 человек много или это мало? Сколько обращалось? Сколько обратилось? Обращаемся. Сейчас пока очередь текущая. И второй вопрос сегодня, Ленинковский факт принимает? Мы приняли Ленинковский ФАП, да, с замечанием, конечно, по поводу того, что оказалось просрочено как бы, срок сдачи. Значит, было поставлено в известность Министерству здравоохранения Костанского края. Значит, мы приняли Ленинковский ФАП, но замечания. Замечания будут устранены по мере наступления теплой погоды. Я... То есть работы по бетонированию там, поэтому сейчас просто смысла нет. Я просто там, мне кажется, немного нашли... Там, потому что с погодкой питания, да, что-то по времени там. Не так как устранить, а именно по питанию. Да, временная схема подведена, временно подведена, постоянно формировать. Ну это зависит от условий, мы уже получаем полгода, не можем получить. Это не от нас, к сожалению. А те замечания, которые когда выезжала депутатская комиссия, мы, в принципе, установили. Сейчас пока тепло не будет, там, рано говорить. Да, если мы сейчас временно не подвели электричество, то все будет разморозилось, и факт пришел бы не будет. Ну, а с другой стороны, можно по факту, тогда мы говорим, что принят факт, да, вместе с медом 2400. Понятно, что там ничего, наверное, нет еще, да? Мед стоит на улице Дороховской амбулатории, то есть сейчас ФАП будет проходить лицензирование, потом сейчас уже везем. Это поставлено на улице Дороховской лечебной амбулатории. Ну, дело в том, что когда мы не можем в полном объеме говорить, вот все-таки с Ленинковским, папа, мы очень поступили в том плане, не искать ни крайних, ни полномочий, понятно, что на районы, но тем не менее, мы должны говорить, что папа сегодня не готов, электричества нет, мебель там не стоит и прием там не ведет. Да, наверное, деньги надо было осваивать, все реализовывать. Но если мы будем так все реализовывать, то мы очень вызовем большое недовольство и жителей. Так, не в идеальном состоянии далеко сделан. Я считаю, что подрядчики отнеслись очень плохо к строительству данного ФАПа и ко всему. Мы должны были его принять 30 октября. Получается, ФАП на сегодня электричества нет, мебель там не стоит, прием там не ведется, работы не доделаны. Извините, такие деньги вкладываются на сегодняшний день в медицину, и мы говорим о том, что и прием должен был принести. И мы, жители, сейчас уставим такие условия и сами выглядим. Потому что жители-то будут обращаться, обвинять нас и говорить о том, что вот все в стране плохо, все... И то есть средства затрачены бюджетные, а для чего потрачены и как потрачены, ну не совсем нормальным образом. Геннадий, в лицензирование мы не можем войти, пока власть не будет принят ФАП. То есть лицензирование осуществляется в течение двух месяцев. Сейчас мы ФАП, даже если бы было все подведено, он бы не смог работать. Вода подведена, электричество, сейчас только временная схема, то есть есть острова ФАПа закреплена. Надеюсь, то, что были замечания, то есть написаны претензионные письма, то есть министерство поставлено в известность, поэтому я думаю, по весне мы к этому вопросу опять вернемся. Да, но будет ли та компания, которая должна быть устроена, мы прекрасно знаем, как компания проведения строительства, ремонта исчезает очень быстро, и потом спросить будет абсолютно с некого. Так была глава сельсовета, которая сказала, от жителей-то будут выслушивать мы вот эти все... как он сделан и как там сделан там. И, в общем-то, если мы говорим о доступной среде, и тот пандус, но это с трудом там, его пандусом там назвать нельзя, чисто формально он сделан, что рядом лицо пандус, человек даже не сможет, если даже это будет один человек, попасть в ФАП по такому пандусу и по такому крючку. То есть, Сергей Александрович, пандус здесь... тоже включен в потенциальную работу. Ну, то есть вот получается у нас больше претензий по ФАПу, чем положительных моментов от того, что выделены деньги и ФАП построен. Давайте этот вопрос, как бы мы говорили с депутатами на депутатской группе, что депутат по округу написан, берет на контроль, и глава сельсовета у нас тоже заинтересована в том, чтобы все-таки ФАП привели в соответствие и доделали то, что положено. И на сегодняшний день мы должны проект реализуется, а удовлетворение от того, что происходит, у населения может не быть. Это первое. Второй еще вот вопрос, смотрите.